Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 41 нарушение правил дорожного движения. Два водителя не предоставили преимущество движения пешеходам. Один перевозил ребенка без удерживающего устройства. 6 автолюбителей пренебрегли ремнем безопасности. Один выехал на полосу встречного движения. 4 водителя были наказаны за нечитаемые госномера и 5 за чрезмерную тонировку автомобиля. Помимо этого, сотрудники ГИБДД 2 раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие сутки были зафиксированы 1 факт утраты родственных связей, 2 мошенничества, 1 мелкое хищение, 1 факт повреждения чужого имущества и 1 административное правонарушение. 22 раза нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи совершили 157 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 12 человек. 24 нефтекамца были срочно госпитализированы. Зафиксировано 2 выезда, связанных с криминалом. Кроме того, 13 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 4 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 11 малышей – 6 мальчиков и 5 девочек. Окна и двери «Престиж». Заводские пластиковые окна отличного качества. Металлические входные двери от эконом-класса до класса люкс. Окна и двери «Престиж». Проспект Юбилейный, 1.